Ребят, всем привет! Нахожусь в таком прекрасном месте. Я знаю, что после сегодняшнего обзора многие будут хейтить и говорить, что так делать нельзя и это неправильно. Но мы так делаем регулярно, мы постоянно моем наш электроскутер Skateboard на автомойке. И никаких проблем, в принципе, у нас никогда не было. И мы это сделали снова, поэтому смотрите. А мы с дочкой хотим задать вам вопрос в преддверии очередного выпуска. Он простой и нужно только быть точным в данных. Короче, сколько мы потратили денег на автомойку трех электроскутеров Skateboard? Все, присылайте свои ответы, точнее оставляйте их в наших комментариях. Ну а мы пойдем на маяк. Ну что, ребят, готовы, нет? А зачем правила, да? Сумасшедший! Ну что я следовал доказать, это Роман. Если кто-то из подписчиков найдет зеленые трусы, просьба прислать Андрею. Дача Путина. Не пускают туда. Как говорит, вместо Геленджика можно будет уехать на Ростов. Так, мы приехали на автомойку самообслуживания. Континент Карош. Сеть автомоек, Маклин. Такая цивильненькая, чистенькая. Вот. Где будем мыть машинки наши? Ну что, прям. Сразу три сгоняемся. Сейчас стены покроем и покроем. Так неудобно, когда, наверное, так. Может, вот так не здесь поставить? друг другу не пройти, не проехать. А Рома, ты вот сюда вот так поставь, протяни. Вот так поперек поставь. А я вот так. Вот. Что, как-то заплачивать надо, да? 100 рублей. 10 рублей. Кредит-карта нужна. Сейчас сначала намочим, пеной покроем. Флаги тут устоят. 50, наверное, хватит еще, не? Не, надо намочить, пеной покрыть сделать. Ну, держи. Ну, я когда мыл, мне полтора. Давай, давай, вставляй, погнали. Слушай, я Лексу за 100 рублей мне это, вхожу в этот. Ну, смотри, какая грязная штука, она обсохла. Укладываюсь. На, держи. 50, держи. Так. Подождите, надо запечатлеть их до и запечатлеть их после. А что, акуму вырубать ты хочешь? Я просто... просто... Ну что, погнали? Роман, я записываю. На самом деле мы их уже мыли перед поездкой. Я не говорю, что мыть так можно, но так не рекомендуется мыть, да? Ну вот так вот не рекомендуется. Если у тебя нет гидроизоляции, как бы, ну... Ну, опять... Ее здесь нет. Но, если есть... Если ты покупаешь себе этот транспорт, ну как бы, ты учитываешь просто, где у тебя контакт, где что. Если мы покупаешь электротранспорт, сделал гидроизоляцию, а мы еще двум победителям сделаем скидку 50% на гидроизоляцию наших партнеров. Вот. Теперь надо придумать условия розыгрыша еще и все. Да, нормальная идея? Готовы? А? Вы готовы? Are you ready? Ready. Я свою машину так не мою, как ты байки сейчас моешь. Это не там мой. Там вода, пена и а ты боялся их намочить сиденье мокрыми шортами. Что-то есть, но оно не важно уже. Да. Они как будто
Я не знаю, на сенесной базе побывали. Видели, как надо мыть? Мойки активно в шампуне, потом нанесение пены, ополаскивание, нанесение воска и ополаскивание, блин. Все, сейчас нажмем нанесение активной пены. Все, давай, погнали. Я нажал. Паш, главное залезть под крылья, особенно у 30-го. Там под крыльями пи***ц. Сядем, возьму американо, самый большой, ну и все. Лёшка, ну как-то вообще молодец. Чувак, испей. Машина вся в день. Надо перегородки выше ставить. Там колеса плохо помыл. Так я бегом, время заканчиваю. Так что, ну вот под эти, видишь, там под дисками эта земля вот эта вот вся. Есть мелочь? 100 рублей там. А, если у меня там мелочь, 100 рублей есть. Там 100, там, может 200. Поехали. Ага, тормоз зажат. Есть контакт. Отлично. Красота, чистенький байк. Ай-яй-яй-яй-яй. Воу, огонь, 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 я. Погоняем? Погоняем? Ну, ты видал, какой красавец? Чистота просто. Шик блеск. Да. Да, у тебя там внутри хорошо. Да, внутри машинки-то, у Андрюхи там прохладненько. Собаку в прицеп. Жалко собаку. 150. А привод? Здесь только на два колеса. Редуктор стоит электрический. Вообще нормально. Мы с Краснодара приехали. Да нет, все на камерах. Как эта бухта называется? Бухта
которой мы были, бухта, как она? Инал, да, были там? Вот от моря подъем, вот это вообще легко. Мы там и обалдели просто, я там даже угол решил замерить. 21 градус замеряли прям вообще легко. Невыгодно в России что-то делать. Вообще невыгодно. Ладно, погнали, там Андрюха уже ждет. Всего доброго. А то... Андрей, человек телефон, помогает. Да, есть. Я был в шоке, я реально был в шоке, когда